Хорошо, всем привет, привет на канале Первый Скажи. Ну что, мы тут маленько подобжились, вот, немножко уже распаковали кое-что. Конечно, тайская уборка оставляет желать лучшего. Она такая, знаете, очень весьма поверхностная. Я вот тут хожу, все протираю, вытираю. Вот пыль, грязь, потому что очень много вопросов. Вот сейчас все-таки решили сделать ночную вылазку за водой пошли. И за туалетной бумагой. Давай, все, давай. Мы пошли. Вышла, короче, в коридор, и здесь прям жарище. Жарище. Он не хочет никуда идти, а я ему говорю, пойдем. Должны работать. Вот здесь 35-36 этажей. Очень высоко. Очень устали. Ну ладно. Ни бумаги туалетной нет вообще никакой. Че нам пикает? А? Нет, по-моему, это у нас квартиру пикает, нет? Пробуй открыть-закрыть. Пикает, пиликает. Все, пойдем. Включено, может быть. А, может быть, свет из-за того, что включен? Нет, там. Ты выключился? Там все выключено. Молодец. О, собака. Мокрыми не залазить. Мокрыми не залазить или нет? Кстати, вон, видите, кто тут уже прислонялся. Он, наверное, будет завтра мыть. Не ляпнули, да? Все, угу. Ну, кондику уже сколько? 3-4 года минимум. Здесь у нас контрольный пропускной пункт. Оп, все, оп. И туда, получается. В общем, обзор будем полный делать потом. Сейчас нужно нам найти 7-Eleven. Ближайший. Ну, красивые, конечно, кондики делают. Здесь территория небольшая, но очень красивая. Сейчас проще. Да. Еще сказал, короче, либо на пляже, либо вот по этой улице. Второй Джамти. Но мы на пляж не пойдем, потому что там темно. Вот, а вот здесь вот по второй Джамти можно прогуляться. Кстати, приятно так на улице. Ну, в принципе, как у нас в России. Нас вот сейчас заселяли, нам сказали это. 33 градуса сейчас вечером. Нормально. По дорожке где-то вот в ту сторону, она сказала. Либо вот так вот, либо на пляже. Плюс-минус. На пляже это... Ну, на пляже это вот через вот этот вот улицу. Помнишь, мы ходили до Ниндзи-то? Сейчас это будет. Аква. Аква, да. И это. Вот, Ривьера. Такой красивый. Ну, вот здесь вот подсветка это хорошая. Да. Вот он такой здоровый кондик. Сейчас плохо видно. Да, Ривьера. Очень красивый. Но, видите, он уже потрепанный. В сравнении с Монако он постарше, получается. Он где-то, ну, говорю, 3-4 года ему. Ну, уже потрепанный маленько. Вот, разберемся. Что-то холодильник проблема. Морозилка хорошо работает, а холодильник сам не очень. Вот, не знаю, завтра риэлтор придет, спросим. Мы когда заселяли Ривьера Монако, там вообще квартира была нулевая. То есть нас Денис заселял, она была абсолютно новая. Вот, а тут она уже БУ. Ну вообще, знаете, на самом деле с такой стоимостью это хорошее. Здесь хорошее расположение. Вот здесь вот там дальше рыночек, пляж где-то метров 300-400 по улице. И все. Такие дела. Сейчас хотим дойти до ближайшего. Где шага? Ну, у них все относительно. Я знаю, что там все закрыто. Там до, блин, до 0 часов не работает. Ну. Сейчас не работают. Не. До час ночи, по-моему, они работают. Как пандемия пошла, они работают до 12. Они круглосуточно. Нам хотя бы просто воду купить, туалетную бумагу. Что, блин, пардон, даже в туалет не сходить. Бегать каждый раз, попу мыть. Нет, это, кстати, приветствуется. Тайцы, они как раз за чистоту вошли.
Девчонка познакомились. Красотка. Я с девчонкой познакомились, она корги здесь купила. Корги? Да. Корги нормально по солнцепёку. Моя уже умирает. Да. А ее нормально гуляет. Красотка. Молодец. И куда здесь получается? А вот сейчас здесь я вам покажу ее. Ага. Через саму Ривьеру. Да, пойдемте. Флавина, русскоговорящий. Так, я туда не пойду? Да, 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 конечно, спасибо большое. Вот сразу выходите, ага. И направо до конца, ага. И сразу на углу слева будет, ага. Вот. Все, огромное вам спасибо большое. Да, спокойной ночи. Хорошо, спасибо огромное. И вам. Видите, что-то шли. Ой, собаки. Ну, по сути, та же самая улица. Только вот здесь, кстати, была насквозь, а сейчас, видишь, закрыли. Видишь, вон там. А вот этот кунди, походу, сносит, да? Или ремонт. Мне кажется, сносит. Понятно. Вон тебе отель. А это два ремонта, я тебе говорю. Ну вот, да. Вот это вот тут я и не видел, но здесь вот, видишь, это дома, оказывается, видишь, охота есть. Вот, слушай, такой в машинах приятно. Вот. Они собаку с собой возят, получается. Вот. Да, говорит, на Бали вот только проблема. А так они везде ездят. Я говорю, вы здесь купили? Или с собой? Он говорит, с собой. Жарко только ей. Девочка. А вот это, кстати, отель Двари. И здесь он говорит, на углу. Круглосуточно, 7-11. Сейчас выйдем. И, по сути, это дорога на пляж. Это в море. Да. Вот, а мы раньше по этой улице ходили до Ниндзи. Мы не по этой, а по той. По-моему, по этой. Нет, вот та, с той стороны. Да? А, ну, может быть. А, да, кстати, согласна с тобой. Там вот очень темно, поэтому я и боялась. Еще не было. Идти. Ага. Видите, мы какие молодцы. Среди ночи. Собаки тут. Видите, сверчки. Нам Денис сказал, что сейчас это попрохладнее стало. Да, прохладнее. Ну, а что? 33 в тени. Да нормально. Да. Адаптируешься. Ну, да. Устаю, да, верно. О, видишь, как он сказал, что типа идете, она сама включается. А, типа фото. Да. Да. То есть здесь сделали дорогу, раз видать. А, точно, мы по той стороне шли. Там вот по соседней улице. Там как раз это будет въездно, а потом это говорит. Да, да, да. Ну, так что, по сути, 300 метров и мы на пляже. Сейчас я выпиваю мандарин. Ветерочек прям с моря. Кайф. Кайф. А походу это шторм, что ли? Вот это двари. Надела на вас эту ветрозащиту, надеюсь, помогает. И звать ставь лайки. Мы стараемся. Там тоже какой-то отель. На китайском. Пул, пати, клабхаус, Паттайя. А, ну понятно, да. Вон твари что-то загружают. Вообще здесь движуха круглосуточно. Поэтому не страшно. Не, ну та дорога, вот я ее боялась. Я не хотела туда идти на пляж, потому что она очень темная. А здесь так вообще нормально ходить-то. Сейчас, считайте, почти 12 часов ночи. Мы поперлись. И все. Да блин, даже таблетки не о чем было пить. У этого водителя там в машине была вода, бутылочка. А я что-то ее заметила только тогда, когда мы выходили. Одну бутылочку взяла. Двари, двари. Как мы называем? Двари. Двари. Ну, тук-тукеры ездят. Тут иногда тук-тукеры до поздней ночи ездят. Можно какие-нибудь эти зацепить кальмарчики. Вкусные. Мы, к сожалению, их распробовали только под конец. А вон, видишь, написано 7-11. И горит. Ну, мы сейчас это, быстренько 7-11 и до дома до хаты. Может, что-нибудь возьмем вкусненько. Я слышу, там они активно что-то болтают. Теперь ты. Вон там, что-то. Массажка. Ура! 24 часа. Да, как мужчина и говорил. Крутяк, пойдем. Оп! Ты-дин! Сурдика!
Так, ну бери этот. Нету? Давай. Как я по нему соскучилась. Пельмешки. Всякие фигнюшки. Да, воду, наверное, лучше сразу пяти этой брать. Это, наверное, да, давай. Здесь, по-моему, 6. 6, да. Ну, лучше, конечно, еще взять это, полторашечку. Полторашечку, это он там еще. Да. Оп. Так. Таша, давай вот это вот возьми. Так, на одной стреле возьмем. Давай, ты носи, носи еще, а я буду накидывать. Что хочешь, бери. Давай, вот кофе, кстати, лимонады можно. Уже не продаёт. БПшку. Алкашку не продает, а тебе ее не надо. Так, давай бумагу в первую очередь. Туалетную. Кстати, вот. Бумага туалетная. Это 19 за одну штучку? Что дорого? Да, лучше вот эту вот. Хорош, нам пока один, потом купим нормальную. 19. Вот что-нибудь странное. Да, это такой-такой. Так, ну, стиралки мы потом, наверное, да, возьмем? Мыло. Паста. Есть. Паста. Пасту я привезла. Мыло есть, шампунь есть. Нет, шампунь. Да. Вот здесь, кстати, приборы тебе для всяких дел. Что-то. Вот здесь доранта есть. Мороженое. Хочешь? Нет. Кстати, вкусное здесь мороженое. Вон кальмары тебе, кстати, тоже. Давай, да, посмотрим. Поставь пока воду здесь. Вот сбоку поставь и все, чтобы не таскать. Вот эту вот баклажку поставь вот здесь. Да, кстати, можно взять. 45. Это что потом я. Вот, кстати, смотрю, с овощами. А это, по сути, фарш просто с овощами, с рисом. Маленькие кусочки. Тортик. Тортик. Да. Что, возьмем вот это, он нам погреет пока. Будешь? Треугольнички. Ну да. Давай с чем-то вот сосиски вот эти вот возьмем, да? Так. Что еще вкусненькое? Тын-тын-тын-тын. Я вот это вот тунец, по-моему. Сосиски. А вот этот фарш. Вот сосиски я вижу. Ветчина, сыр. Ну, сосиски. Ну, все, две. Вот тоже с чем-то. Вот давай. А, с огурчиками каперсами. Ну все, наверное, пока хватит, все, да? Хватит. Да. Так погреет оно. О, вот эти, кстати, вкусные штучки. Так. Так. Еще хочу что-нибудь взять с собой. Что-нибудь. Перекусить. Ой, вот это вот молоко вкусное, я прям балдею от него. Так возьму. Вот такое обожаю. Мэйджо. Очень вкусное. Кофе вон холодный можно взять. Тебе холодный кофе взять? Эти штучки тоже вкусные. Пакет. Пакет, да. Эти по-русски не говорят. Сейчас перекусим маленько. Все, что надо есть. Лапша. Вот эта лапша, кстати, очень вкусная. Тунец есть. Ду-ду-ду-ду. Здесь же так жалко. Он сейчас не продается, потому что вечер уже. У них тоже есть ограничения. Треугольничку запилим. Все. Что там видно? Сесть не будет, да? Кабанка. Все. Все. Ты хочешь? Че? Кидай. А, эти это возьми. Все, я не знаю, вообще что брать, но. Я вообще походила. Сейчас нам погреют, маленько прикусим, спать. На легкий желудок, так сказать. Может, на пляж поедем? Пойдем в море хоть, дойдем. О, вот тут, кстати, тоже готовая еда. Есть рис, какая-то лапша,
Может погреть. Ну, в принципе, микроволновка есть. Ну, по-моему, даже с дурианом есть какая-то фигня. Е 69. Ну, потом нормально походим. Сейчас у нас такой, так сказать, фаст заход. Вот. Энергетики, лимонадики. Ой, мне так нравится вот это вот все дело. Чем стоит это, по сути, копейки. Даже умножая на 3, вот это кофе стоит намного дешевле, чем у нас в России. Лимонадики содовые. Содовый рок. Любименько. Я уже унюхала три кусочки. Вкусненькие. Вода, молоко. Прочие радости жизни. Тортики. Пирожные. Там тоже какие-то матча или что такое. Ту-ту-ту-ту. В общем, будем знать, что здесь есть такие вот магазинчики. Да. Оп, может сосиски еще взять? Не хочешь? Ну ладно, у нас там есть. Мы там с собой приберегли. Все, спасибо. Сейчас еще этот холза. Да. Здесь, кстати, можно легко заболеть, потому что на улице плюс 30, здесь плюс 16. Заходишь тебя как льдом. Отариваем. Давай. Все, бери. Капунка. Спасибо. Ну все, живы будем, не помрем. До завтра вы дотянем точно. Да. Но нам завтра должны денежку привезти. Мы тут у местного менялы поменяли. Но менялы не очень хорошо звучит. Там море. Море. Кстати, широкий здесь пляж. Да. У местных людей, которые обменом занимаются. Кстати, получилось даже выгоднее. Тем более мы заранее взяли, потому что сейчас доллар вообще он вверх идет и все. Ну что, погнали тогда домой? У нас там огурцы есть. Пойдем. Ах ты макашница здесь. Кстати, чем нам понравилось расположение? То, что вот прошел вот этот вот путь, вышел, и здесь тук-туки, по сути. Да. Нет, макашницы нету. Да, макашниц нету. Да. А вообще здесь, смотри, вон, видишь, какая-то курочка, видишь, продается. Вон, видишь, типа KFC. Чего? Какого? А там, кстати, были кальмарчики-то. Кальмар сушеный. А есть там. Хочешь, давай возьмем? Где? Вот здесь вот продаются. Да. Ладно, все, пойдем. Завтра. Утро вечера мудренее, нам надо выспаться. Вот, но прикольно. Прикольно. Мне прям очень понравилось. Все, домой летящей походкой. Вода есть, все остальное. Фигня. Ой, как они пахнут. А, эти трубы. Вова, понюхай. Понюхай. Идем. Ой, они просто божественные. Кайф. Сейчас домой придем. Там этот есть огурчики я привезла. Они доехали к нам из России. Яблоки есть. Сейчас быстренько начнемся. Захомячим и на боковой. А завтра будем заниматься делами. Мне еще роликов надо смонтировать, там десяток. Ну, вы, конечно, уже увидели. Я, конечно же, целый день на них потратила. Мне, как всегда, написали кучу гадостей. Поставили очень мало лайков. Ну, ладно, пускай это останется на вашей совести. Я очень надеюсь, те, кто нас любят, я очень надеюсь, что они будут нас поддерживать в нашем путешествии. Для того, чтобы у нас был стимул больше снимать, больше показывать, делиться какой-то полезной информацией, которую мы можем узнать, нам где-то попадется. Ну и просто людям, которые любят с нами путешествовать, им это зайдет. Так что, ребяточка, пожалуйста, не забывайте ставить лайки и пишите свои добрые комментарии. Да. Что тут тоже будет? Сосиски. Все, погнали. Сима, откройся. Сим, отдайся. Вся красота. Сейчас кондей выключу, он просто. Ой, вообще, она вообще царская. Че, где у вас тут все? Да. А мы туда идем, что ли? По-моему, не туда. Туда? По-моему, мне казалось, что мы как-то не так заходили. Ну ладно. Ну они, кстати, знаете, все эти кончики, они по одному стандарту.
Вот, видишь, сходили. И ничего. Да, да, G43, G45, нет. Прямо сюда. Тикрую сюда. Прямо только что. Тикрую, да. Нет, ты куда-то так пошел. Ходишь тут, понимаешь? Слоняюсь. У нас другое. Какой сидушка. Класс. Как это, девочки, дорого и богато. Я не привыкла себе ни в чем отказывать. Вот здесь ресепшн. Надо будет ключ перенастроить. Так, о, пришли. А подожди, он где-то... А мы вообще, по-моему, не туда зашли. А, здесь. На выход. Не, я просто помню. Давай на выход. А как тут выйти? А, понятно. У нас, получается, корпус Б напротив. Там тоже, кстати, да, кстати, знаешь, парковка Вело. Ну, зато, видишь, уже изучили территорию. И там тоже дверь какая-то. Все. 37. Опять. Ну, у нас здесь. То есть. Все, где? Вот, у нас вот это было. Видите, нет? Да, должен. Девочки. Более подробно и прочие вкусняшки мы будем с вами кушать еще очень-очень много. Сейчас мы очень устали, я уже больше не могу ничего снимать. Это, так сказать, была первая вылазка, но не последняя. Вот. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Вот. Обязательно нас подписывайтесь, впереди много всего интересного. Ой, пиздец, что у меня на голове. Ну, зато я счастливая довольно. И я в любимом своем месте, с любимым своим человеком. Вредным? Любимый. Все. Увидимся еще раз. Пока-пока. Увидимся уже завтра. Подписывайтесь, лайки, комментарии.